В администрации города вручили награды за вклад в развитие муниципалитета. Почетных грамот Департамента здравоохранения Ямала удостоены работники городской больницы Галина Пархимович, Татьяна Процкая и Сирина Шагабуддинова. Благодарности Василий Кирик, Ислам Мизаев и Наталья Урахова. Почетные грамоты администрации Муравленко глава города Елена Молдаван вручила Алле Заварзиной, Оксане Литвиновой и Елене Максимчик. Благодарности удостоены предприниматели Ксения Рой и Иван Тимонин.